Мы в Центральном научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. Здесь оборудован специальный пункт для расшифровки истории болезней, записанных врачами на магнитофонные ленты. Институтом руководит член-корреспондент Академии медицинских наук СССР профессор Мстислав Васильевич Волков. Во время операции электронно-оптический преобразователь позволяет хирургу, не производя рентгеновских снимков, видеть кости и суставы на телевизионном экране. Эта металлическая деталь заменяет поврежденный тазобедренный сустав. Новый оригинальный метод разработал профессор Сиваш. Один из его пациентов, с трудом передвигавшийся, теперь здоров. Центральный институт травматологии и ортопедии является координирующим центром научных исследований в этой молодой области медицины. Он по заслугам удостоен памятного знамени ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.